И снова здравствуйте, всем привет. Итак, по прошлому ролику сложилась такая ситуация, что Рик Миксама прописывается совсем другим образом. Да? Давайте посмотрим, как этот вопрос решить. Значит, выбираем кости, заходим в постмод, и когда мы ставим на прописку кадров, нажимаем английскую «И». Сейчас я включу N-панель, скринкаст «Кей». Вот нажимаем английскую «И». И у нас сразу автоматически прописывается локация и ротация. Внизу высвечивается вот эта надпись. Но нам нужно, допустим, поработать с косточкой меча. И мы не можем увеличить, да, работать как со Skyl. Если мы сейчас делаем S английскую, увеличиваем, значит, наш меч, прописываем его. Потом на 16 кадре мы его S уменьшаем, допустим, и прописываем. То когда мы будем мотать, вы видите, что изменений с увеличением размера не происходит. Delete, удаляем все кадры. Заходим в кейнг, вот этот кейнг. И вот вы видите, что здесь установлена только локация и ротация. Мы ее отключаем. И теперь, когда мы делаем английскую «И», у нас высвечивается вот такая панелька, и мы можем, допустим, прописать локация, ротация и Skyl. Переключаемся на другой кадр, делаем английскую S, увеличиваем меч, и опять же нажимаем I, локация, локация, ротация, Skyl. И вот вы видите, что теперь при анимации мы можем увеличивать какие-то предметы, допустим, при ударе мечом в каком-то кадре он увеличивается и потом опять уменьшается. Так, это решение вот одной проблемы. Итак, еще одна проблема, когда отвязываются кости. Допустим, у вас был проект, потом вы его загружаете, и у вас, значит, персонаж не привязан к ригу, оказывается. Давайте посмотрим. Эта версия, значит, сейчас посмотрим. Итак, версия 3.1.2. Открываем, допустим, шимпанзе. Это вот по проекту. Но здесь вот нет анимации. Давайте сейчас другую подключу с анимацией. Шимпанзе, допустим, пьет воду. Все модели есть для скачивания в группе ВК. Вот эти. Если кому-то хочется попробовать там что-то с обезьянами, сделать какие-то анимации. Вот вставленный риг, все там готово. Качайте, пробуйте. И вот здесь тоже, значит, анимация есть. Все, риг привязан. Смотрим другую ситуацию в более ранней версии, если это все дело загрузить. Итак, вот у нас такая ситуация. Значит, при анимации все, риг работает, все, он тут лазит, все что-то делает, но персонаж у нас отвязан. Бывает такая, значит, штука, в принципе, возможно, ее уже устранили, или что-то с проектом, возможно, где-то что-то скачано, как-то прописалось. Я глубоко в это дело не вдавался, но у меня вот эта ситуация иногда получается, что я делал вот эту анимацию все версии 3 и выше, ну, допустим, 3.0, да, я делал ее. И когда я загружаю в 2.93 или в 2, допустим, 90, 92, то получается у меня вот такая ситуация. Ну, бояться не стоит, просто выбираем персонажа. Нажимаем на кости и делаем Ctrl-P, Wait Automatic Widget. И это дело должно, да, вот, все исправляется, все, персонаж просто отвязался. Редко, но такие ситуации именно случаются. Можно сказать, очень редко. Я где-то раза три только так попадал, и то в течение, по-моему, вот последнего времени, когда вышли вот эти версии 3.0, 3.1.2 и так далее. Ну, вот такие вопросы. Два вопроса, по которым вот такие пока
решение. Все, всем пока, до свидания.